Всем ассаламу алейкум. Случилась такая беда. У меня две подушки взорвались, точнее сказать, стерлись об колеса. Вот, поставил я 15-й диски. Да, 15-й диски. Люксовые, вроде бы так их называют, торусы, точнее сказать. Вот. Поставил я эти торусы. Самое главное, что допустил я ошибку. У меня там стоят полдропы. Вот. За счет того, что стоят полдропы, надо ставить домики. Вот. А я домики эти снял. Поставил. Полностью домики снял. Поставил эти колеса, там у меня резина была 195 на 50 вроде бы, или 45 примерно, такая резина. Вот. Из-за того, что я снял домики, вот, у меня обе подушки стерлись об колеса. Вот. Даже 5 метров даже не отъехал от шиномонтажки и стерлись. Но я вам сейчас наглядно покажу, что за колеса, как они обтерлись, из-за чего. Ну, для начала я бы хотел бы порекомендовать нашего брата. Вот. Он собирает десятку с нуля, можно сказать, полностью. Буду очень благодарен, поддержим нашего брата. Он старается как-то что-то показать, что-то сделать. Так что всем советую его канал. Вот, пацаны, переходим на канал нашего брата, поддержите его лайками, дизлайками, комментариями, там без разницы. Без дизлайков никак, это однозначно и всем понятно. Он собирает, короче, десятку с нуля, сказать можно так. Полностью покрасил. Вот, для того, чтобы подписать, нажимаете на эту красную надпись «Подписаться». И видим, тут появился колокольчик. Вот. Нажимаем на колокольчик и нажимаем все. Вот. Когда он зальет новое видео, вам сразу придет уведомление на YouTube. Поддержите его, кому не сложно. Вот он полностью машину свою красит. Мне будет видно. Обрабатывает. Остался. Все, аккуратно. Смотрите, наблюдайте. Самое. Будет интересно. Дела. Машина он. Я в эту машину не сажаю. Так, в святой храм, блядь, день. Его машина рыбок имеет. Ссылку я оставлю ниже под описанием. А всем приятного общения. Да что ты, черт побери, такое несешь? Всем приятного просмотра. Я просто похлопаю. Короче, пацаны, снял стойку. Мы сняли полностью. Пришлось ее снять. Из-за того, что вот это колесо R15, люксовый диск. Резина тут 195 на 50. Вот из-за этого двух колес подушки у меня спустились. Образовалась дырка. Из-за того, что у меня стоят полдропы. Вот, короче, они заварены, вот тут стоят. Вот они. Вот. Нижняя часть. Вот балка. Пришлось срезать ее, чтобы диски не царапал. Вот видите, не знаю, сваренная.
Вот, надо было ставить домики вот сюда. Вот тут ставятся домики, чтобы стойка поднялась. Там на сантиметр 8 или 10 примерно. Вот сами домики, вот эти надо было ставить. Вот они прикручиваются вот отсюда. И вот на эти болты надо было прикрутить. Вот чисто из-за этого, из-за этих домиков я не поставил, и пришлось менять две подушки. Так что сейчас посмотрим, что из этого вышло. Вот стойка. Вот эти болты у меня не снимались. Пришлось полностью срезать. Я не скрываю, мне богу, все об этом знают. Мне похую вообще. Делать новую резьбу полностью. Вот. Пошел и купил вот такой вот меч. Мечевку резьбы. Вот эта подушка у меня стояла. Ее тоже полностью срезали, сняли. Сейчас я вам покажу, с какой стороны она у меня. А, вот. Она у меня вот так стояла, вот нижняя часть. Вот. Вот дырка образовалась. Вот она. Вот отсюда она спускала. Это правая подушка. Еще одна у меня осталась левая. Так что вот такие вот дела. Сейчас надо вот сюда новую подушку поставить. Подушку я купил, заказал вот. Так что можете, кому интересно, кто хочет купить подушку, написать мне, я вам отвечу. И скажу, откуда можно заказать вот такую вот подушку. Вот, короче, конечный результат, что из этого вышло. Собрали полностью подушку. Вот. Сейчас остался еще один такой. На это все ушло где-то около 2-3 часов примерно так. Подушка эта задняя называется 114 на 3.